Люди добрые, я хочу рассказать вам об этом удивительном человеке, о Николае. Это человек с огромным сердцем, с открытой душой. Он настолько чувствует человеческие души. Я рекомендую этого человека слушать, что бы он ни сказал, верить ему. И у вас и откроется и сердце, и мир станет прекраснее. И вы будете счастливы. Он знает, как каждого человека сделать счастливым. Спасибо тебе. Но это еще, помимо этого, самый веселый человек, которого я видел в своей жизни. Еще половиночка веселая, но такой, как ты. Интересно. Спасибо, Голдис. Спасибо. Спасибо.